Это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. И как бы через 6 месяцев меня уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент. От него избавиться просто невозможно. Вот. Как дальше развивалась и пришла к YouTube? Вообще я начала...